Господь Бог дал муку и в то же время счастье писать. И чувствовать от этого удовольствие. Среди нас есть один такой моральный урод, такой же, как и я. Зовут его Сергей Козлов по кличке Козлевич. Аплодисменты. Вот этот темный мужчина оптимальных размеров написал 14 книг общим тиражом 45 тысяч экземпляров. Но это не самое главное его достоинство. У него сплошные достоинства. Когда я с ним познакомился на 80 лет главного управления с Димой Лютым, аплодисменты, Дмитрий Лютый, вот. Подошли ко мне два спокойных, серьезных мужчины, с виду такие, знаете, школьные учителя. И говорит: Миш, ну ты нормально поешь, давай подружимся с тобой. И мы подружились. Оказалось, что это офицеры 173-го, тишина в студии, все слушают внимательно, 173-го отряда спецназа Кругыша 22-й бригады, которая воевала в Кандагаре. Это самое херовое место в Афганистане было, где до пакистанской границы было расплюнуть. Вот. И это люди, которые держали на себе всю вот эту вот пакистанскую, значит, войну, которые забивали караваны реально, которые бегали по горам, и которым Господь Бог, вот Серёжа, да, дал вот это самое умение писать. Писать правду. Причем писать так, что интересно читать. Вот. И у него есть потрясающая книга, которая называется «Спецназ ГРУ». Сейчас очень много развелось этих книг, где безумные люди, которые по телевизору видели фильмы с участием Арнольда Шварценеггера, пишут от первого лица, как они в Афганистане, значит, шашками рубили душманские караваны, значит, слева направо. Вот. А есть настоящие люди, которые это все делали по-настоящему. И вот он пишет «С. Козлов и Др. И другие». И вот это две книги, вот такой толщины, стоят всего 1 рубль. Я их принес 4, по-моему, или 5. Кому повезет, успеет купить. Я кончил. Добрый вечер. Автомат и гитара. Полсотни пять. Зеркально значимая дата. Период зрелости за год. И для поэта в семье военный родился, в жизни армии отдал. Свои погоны заслужил, хоть генералом он не стал. Но ширь души и плюс талант открыли качества иные. Он композитор и поэт, известный ныне всей России. Из сердца, из глубин души он клал слова свои на ноты. Иная песня наповал, разит не хуже пулемет. Диапазон его широк, война и юмор, спорт, сатира. Борьба за память и за мир, не с СВД, а звонкий мир. Он свой у летчиков, танкистов, а для спецназа давно брат. И потому к его гитаре мы дарим этот автомат. Говорят, книга лучший подарок. Ни хрена! А хрен лучший подарок! Все работает, пацаны. Ты лично подбираешься там автомат? Да. А вот у тебя будет свой. Я привез, я вам покажу, ребята. Сейчас поставлю, вы посчитайте, за сколько я это сделал крайний раз. Не, Вань, пусть он здесь стоит. Ребята, напоминаю, спецназ ГРУ, всего 4 книги. Вот 2 книги вместе стоят 1000 рублей. В этих книгах потрясающих написано, во-первых, то, что было на самом деле с нашим спецназом. Во-вторых, очень удивительный совершенно рассказ о том, что было в 1812 году. Об этом вы нигде больше не прочитаете, правда. Там всякие легенды, басни и так далее. Вот. А Сереге удалось найти, написать это все коротко, ясно и очень красиво. Вот, лежит. Потом перерыве, прошу.
Сейчас внимание на экран. Это было 22 июня 2014 года. Серег, ты видел? 4,15 секунды. Два балла уронил на еще. Не-не-не-не-не. Что здесь два балла? Ребята, я вам объясняю. Это абсолютная перевта по разборке автомата. Когда от автомата нужно отделить все лишние детали. При этом, где находятся автоматы и детали, никто не спрашивает. Понимаете, да? То есть две большие разницы. Нет, там есть номинация, когда нужно делать передергивать, делать спуск. У нас было три номинации. Первая номинация – разборка, вторая – сборка, и третья номинация – разборка с завязанными глазами. 28 участников, из них 6 участников разобрали автомат с завязанными глазами быстрее, чем с открытыми. Вот, понимаете, Россия – великая страна. Валер, это Гонзарница наша, вот, помнишь, да, Гонзарница? Все, вот, мне больше понравилось вот это. Я, вот, это я разобрал за 5 секунд, за 8, а вот здесь вот дырка мне, это вот я за 5 секунд разобрал. В школе у нас передний упор дошел, он точно мало. При сборке его загоняли с большой инерцией, просто отклонялся на этом конусе и это последний, я вам говорил, лузка моторов войны, моторы войны, Черноголовка, село Ивановское, последний наш подвиги. Это то, что там было за 4 дня. Не, музыку включите. Паша, включите музыку, пусть будет. Сейчас мы начнем уже пить.